Творческая хобби-студия «Фабрика идей» – это проект Центральной городской библиотеки. Поддержанный компанией «Норникель», он начал реализовываться в Мончегорске. «Фабрика идей» станет площадкой для обмена опытом между творческими людьми города, мастерами декоративно-прикладного творчества. Презентация проекта состоялась в минувший четверг. На ней побывали наши корреспонденты. Презентация проекта «Творческая хобби-студия «Фабрика идей» состоялась в Центральной городской библиотеке. Ее цель – рассказать о проекте и привлечь к участию мончегорцев. Этот проект стал в прошлом году победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО ГМК «Норильский никель». Он рассчитан у нас на всех жителей города Мончегорска и будет посвящен творчеству, декоративно-прикладному искусству. В проект включены три блока. Первый из них – курс молодого творца. Это мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества. Первый из них состоится уже в эту субботу. Под руководством мастера Рады Амарян мончегорцы будут знакомиться с техникой кинусайга. Ну, я владею, в общем-то, многими техниками. И вот вспомнила вот эти работы. Эти работы раньше назывались «Лоскутная техника без иглы и без нитки». Сейчас в интернете эта техника называется кинусайга. Это японская техника лоскутная. Значит, делается она с помощью клея на пенопласте. Вот здесь вот покажу. На пенопласт приклеивается ткань. И получаются вот такие картины. Также мончегорцы научатся вязать игрушки крючком, расписывать деревянные куклы, камни, рисовать на срезе дерева, делать поделки из спичек и многое другое. Один из мастер-классов будет выездной. Горожане познакомятся с особенностями изготовления глиняной игрушки. Второй блок проекта – галерея талантов. Это цикл выставок работ участников проекта. Третий блок – арт-абажур. Предполагает встречи с творческими людьми, беседы об искусстве. К дню города будет проведен творческий фри-маркет, где все желающие смогут бесплатно обменяться своими готовыми работами и расходными материалами. Также в рамках проекта пройдет круглый стол «Мончегорск-Норильск-Никель. Творчество в сотрудничестве». Итогом проекта станет большой мастер-фест, который планируется провести в феврале 2019 года. А пока библиотекари ждут мончегорцев на первом мастер-классе. В субботу состоится первый мастер-класс в рамках проекта. Ну, мы ожидаем большого количества участников, потому что у нас в городе очень много людей, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством, очень много талантливых. Торопитесь, количество участников в мастер-классах ограничено.